из 15 акватинт «И на земле», выпущенной издательством «Маг» в 1977 году, результат совместной работы Марка Шагала и известного французского писателя Андре Мальро, лауреата Нобелевской премии по литературе. Акватинты серии «И на земле» – единственные гравюры, которые Марк Шагал посвятил теме современной войны. В основу литературного текста Андре Мальро лег его опыт боевых действий на стороне республиканцев в гражданской войне в Испании против генералиссимуса Франко и его союзников. Выполненные в неповторимом авторском стиле гравюры поражают зрителя силой эмоционального посыла к зрителю. Художник переживает каждую строку сочинения Мальро, пропуская ее через себя. Неприкрытая глубина человеческой трагедии и ужас войны читаются в каждом штрихе Шагала. Андре Мальро, увидевший итог работы художника, был поражен столь полной взаимосвязи изображений с его текстом.